Привет всем, нахожусь сейчас в Лейпобара районе, и сегодня я поеду в Хельсинки. Сейчас иду на автобус, там где-то наверху находится автобус, поедем дальше в Эспу и потом в Хельсинки. Сегодня будет как маленький влог. Вот так находится здесь район Лейпобара и торговый центр Селло. Большой торговый центр, много магазинов различных. В общем, такой развитой район города Эспо. Вот, и у меня сегодня будет, как я уже сказал, поездка в Хельсинки буду, и может быть там Ванта, я сейчас по районам точно не скажу. В общем, прокачусь, в каких-то моментах буду показывать, где буду находиться. Вот здесь интересное место такое, здесь туннель подземный такой, ну не подземный, а подскальный, можно сказать. И наверху, над туннелем, дома построены на скале. Сейчас поближе покажу. Сейчас стою здесь, жду автобус. И поеду там, где Эспо университета находится. Алто университет находится. Плохо, может, слышно, извиняюсь. Сейчас, по-моему, это Хельсинки, если не ошибаюсь. Здесь станция называется Канельмяки. Где она? Ну вот она здесь сверху находится. И сейчас пройдемся, посмотрим, что тут можно увидеть. Здесь вот остановка, конечно, автобусов находится. Такая большая парковка для автомобилей. Бесплатная на 12 часов. Кому нужно, например, поехать в центр Хельсинки, можно здесь оставить автобус, вернее машину, и поехать на электричке уже в центр Хельсинки. Многие пользуются, я думаю, этим. Ну что, нахожусь сейчас в Хельсинки. Здесь какое-то происшествие происходит. Там полиция стоит с мигалками. Кого-то, наверное, остановили. Да, там какая-то легковая машина сзади стоит, или даже две. Может, у них авария была, две машины стоит. Такой район, здесь Капилла, по-моему, называется, если не ошибаюсь. Довольно старые дома, по моему взгляду, здесь находятся. Ну, наверное, не новый район, так скажем. Вот, ну, продолжаю. Солнце уже скрылось за облаками. Продолжаю свой день путешествий. Ну вот, видите, две машины стоит. Ну, во всяком случае, одна из них точно остановлена полицией. Сейчас нахожусь в Контула, это Хельсинки. И здесь находится метро станция, вот здесь знак. Где-то здесь снизу оно находится. Метро станция Контула. Такой район. Немножко покажу вам. Здесь вот снизу находится. Сейчас нахожусь в Мункиниеми. Это тоже Хельсинки, такой район. Здесь довольно много автобусов. Через этот перекресток проходит. Вот, хочу вам показать немножко, как тут выглядит этот район. Нахожусь сейчас на станции Лопалахти. Ходящий поезд был здесь.
заканчивать это видео. Я уже приехал в свой городок. Спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии, как вам понравилось это видео. Стоит ли делать подобные видео еще. И до следующего видео уже. Все, пока.